Дети отправились на отдых. Ребята поехали в три лагеря – «Снежный», «Энергетик» и «Юный турист». Всего более 200 детей. Смена 3 недели – с 7 по 27 июня. Запланировано 3 смены. Завершится летняя оздоровительная кампания в середине августа. За лето в лагере побывают более 650 детей от 7 до 15 лет. Также в лагере будут работать вожатые – практиканты из университета. Северо-Восточный государственный университет активно с нами сотрудничает. Практиканты, все, которые должны были пройти практику, направлены к нам на первую смену, но изъявили желание работать у нас далее, вторую, третью смену. Поэтому это не просто практика, это еще и полноценное трудоустройство, возможность себя и реализовать, и заработать одновременно. И вожатые, и дети, и персонал, все, кто поедет в лагерь, обязаны пройти медицинский осмотр. Они должны сдать анализы и получить медицинское заключение. Кроме того, за 72 часа до заезда нужно сделать ПЦР-тест на коронавирус. Кто-то поедет в лагерь впервые, кто-то там уже завсегдатай. Однако ребята с воодушевлением ждали начала отдыха. Так что же ждут ребята от лагеря? Отправляетесь в лагерь? Да. Чего ждете от этого лагеря вообще? Новые знакомства, чтобы было все классно. Получается, новые впечатления. Я еду в «Энергетик», я хочу с многими познакомиться и какие-то новые впечатления. Я еду первый раз в лагерь, и мне страшно, ну и хочется поехать, но страшно очень. Я еду второй раз в лагерь, и мне чуть-чуть страшно, вот, и, ну, мне, надеюсь, там будет очень весело, и я не пожалею то, что я туда поехала. Наше лето будет полноценным, веселым, насыщенным, мы постараемся сделать все, чтобы ваши дети получили максимум удовольствия, чтобы они оздоровились, получили насыщенный отдых. Вы отдаете сегодня в руки на ваших детей нам и забирайте их только 27 июня. Поэтому сейчас обнимаемся, целуемся, машем друг друга в окошки. Я попрошу пройти сейчас на посадку в автобусы. Детей провожали не только родители и родственники, но и муниципальный оркестр. Все пожелали ребятам хорошо отдохнуть и повеселиться.